Whatever News. Самые новостные новости о новом. И снова здравствуйте. Сегодня в выпуске. Гоп-стоп. Мы подошли из-за угла. Кого в клубе чипсы танцует. В город Хайнс, кем он тусует. Свет озарил мою больную душу. А теперь более подробно. Магнитный Северный полюс сдвигается ближе к России на 40 миль в год. Как сказал Владимир Владимирович Путин, я собираю разные магнитики. Этого в моей коллекции пока нет. Ночью наши ученые чуть-чуть измерят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. Известный боксер Майк Тайсон скоро станет ведущим телепередачи по выращиванию голубей. Тем самым Майк Тайсон хочет доказать, что боксером он стал по ошибке. Теперь Тайсон будет выходить на бой так. Здравствуй, дорогой мой соперник. Сейчас я тебя буду тихонечко клевать. В новой версии книги Марка Твена слово «негр» будет заменено на более политкорректное слово «раб». Таким нехитрым образом американцы официально вернули рабство. Исследование журнала Science показало, что запах женских слез убивает в мужчине желание. Аналогичный эффект на женщин производит запах мужских носков. Германия и Франция попросили Португалию принять финансовую помощь. Я точно знаю, хочешь, но молчишь, я знаю. А Россия попросила провести эту транзакцию через себя. Португалия, берите! Ну берите же, не стесняйтесь! Судья Верховного суда Америки заявил, что Конституция не защищает женщин от дискриминации. Конституция США не распространяется на студию Whatever News. Дорогая! Конец. Worst ever news. А мы не говорим вам до свидания, мы говорим вам whatever. Происходит много интереснейших вещей, но не все они попали в выпуск теленовостей. За что в Сенате голосуют, кто кому нанес визит? Где война, где цунами и где нефтяной разлив? Ты об этом не узнаешь по ТВ и от друзей. Посмотри на Рунивебе выпуск супер новостей. Хочешь получить недельный новостей и шуток груз? Не забудь, что в понедельник Whatever News. Whatever News. Whatever News. Whatever News. Whatever News. Whatever News.